коллеги, всех рада приветствовать. И в первую очередь, конечно, разрешите поблагодарить за такую возможность. На самом деле, каждый раз, когда Светлана Анатольевна поручает тему, думаю, ну, будем расширять кругозор и смотреть, и рассказывать о своем опыте, и спрашивать о вашем. Вообще актуальный вопрос управления нежелательными явлениями. Очень интересно и деликатно задана тема, на мой взгляд, потому что нам... Мы что-то знаем уже о нежелательных явлениях. Их много, они разные, какие-то чаще, какие-то реже встречаются. Мы довольно много уже знаем о том, для каких препаратов более часто встречается то или иное осложнение, где будет процент тяжелых степеней осложнения выше. То есть, в общем-то, наши знания есть. У нас есть даже такая маленькая инструкция лаконичная, как обращаться с нежелательными явлениями. Например, первую степень мы можем продолжить терапию, можем рассмотреть вопрос при остановке. При второй степени мы останавливаем, назначаем кортикостероиды. И, конечно, стоит, да, расставить вот эти маленькие акценты, что, назначая кортикостероиды, надо стараться все-таки, чтобы они были не менее 4 недель в судьбе пациента, когда мы лечим нежелательные явления. И если третья, четвертая степень, чаще всего мы идем в сторону окончательного прекращения лечения. И что важно, иммунотерапевтического лечения, важно не забывать, что когда мы лечим третью, четвертую степень, мы должны каждые 3-5 дней оценивать и при отсутствии эффекта переходить на следующий, либо дозовый уровень кортикостероидов, либо иммуносупрессанты. Поэтому знаем мы много. Почему мы все равно ставим эту тему для обсуждения? Ну, потому что много и фатальных, в том числе, осложнений. И, конечно, мы тоже знаем, что частота их больше на комбинированном режиме иммунотерапии. Мы знаем, что, к сожалению, смертельным исходом чаще всего заканчивается миокардит. Поэтому, когда мы понимаем, вот этот кругозор у нас есть, но нам нужно назначить пациенту терапию, мы понимаем, что некоторым, зная, какой нанести может вред иммунотерапия, порой, возможно, мы отказываемся от этой потенциально эффективной опции иммунотерапии. Но это неприемлемо с клинической точки зрения. Поэтому, возможно, управляя нежелательными явлениями, мы получим, расширим спектр тех, кому мы назначим эту терапию. Какие, наверное, актуальные вопросы стоит обсудить? Может быть, предикторы иммунопоследовательных нежелательных явлений нам, наверное, очень бы помогли, мы бы обследовали и знали, можем мы пойти на этот риск для данного пациента или не стоит. Профилактика нежелательных явлений. Может быть, нужно ли возобновлять, вот сейчас тоже коснулись этого, если Илья Валерьевич задавал вопрос, если у пациента уже есть опыт лечения иммунотерапии и развилась тяжелая степень токсичности, можем ли мы в последующем вернуться к такой терапии? Как провести диф-диагноз, если мы не до конца уверены, что это иммуноопосредованное нежелательное явление? И клинические рекомендации. Клинические рекомендации наше все принесла, готовилась. Потому что на самом деле, правда, лаконично, важно и, может быть, действительно стоит обсудить, потому что этого я тоже коснусь. Может быть, нам стоит просто посмотреть на препараты и от этого оттолкнуться. Ведь на самом деле мы знаем, да, вот этот спектр препаратов, который у нас есть, мы можем уже оттолкнуться хотя бы от того антитела. Человеческое или гуманизированное? Ведь на самом деле, помните, назначая, не знаю, цитоксимаб, панитумаб, мы же как-то учитываем и думаем, что вот, есть полностью человеческое. Нет, может быть, мы будем ожидать большую токсичность. Может быть, даже уже на этом уровне стоит понимать, назначать такой препарат или нет. Вот очень интересный момент, например, у авилумаба, учитывая, что они не модифицировали FC-фрагмент, и они оставили ему, помимо основного его действия, еще и антителозависимость, клеточную цитотоксичность. И как это выражается, что мы видим? Это на самом деле единственный иммунопрепарат, который требует премедикации перед собой. Важно ли это понимать? Ну, наверное, важно. Может быть, нам вообще стоит столкнуться, что у нас есть спектр препаратов анти-ПД-1 и анти-ПД-L1. И очень многие сторонники, разработчики анти-ПД-L-терапии, конечно, говорят, вы знаете, группа анти-ПД-L-препаратов, она переносится лучше. Да, и когда метаанализ, более 20 тысяч пациентов, 125 клинических исследований говорят, что риск развития нежелательного явления третьей и выше степени на терапии анти-ПД-1 на 58% выше, ну, это серьезно, и, может быть, стоит задуматься. С другой стороны, конечно, очень критикуются метаанализы и нити, вообще, в принципе, многие анализы подвергаются критике, потому что, когда мы идем осознанно на
антипедиль терапию, мы, может быть, действительно делаем более прицельный вид лечения. С другой стороны, здесь мы получаем, конечно, свободный ПДЛ-2 рецептор, потому что антипеди блокируют и ПДЛ-1, и ПДЛ-2. Мы оставляем ПДЛ-2. Нужен он ли свободным? Вот здесь тоже мнения разнятся, потому что, оставляя ПДЛ-2, мы, с одной стороны, оставляем его естественную работу, а он находится чаще в нормальных тканях, ответственный за гомеостаз. С другой стороны, мы понимаем, что если мы будем действовать только на антипедиль-1, это же один из моментов первичной резистентности. Мы закрываем, может быть, два рецептора, мы получим лучший эффект. Опять же, если мы ведем к иммуно-опосредованным нежелательным явлениям, то выбрать ли нам препарат, основываясь на том, что мы уже имеем метаанализы, и какая-то группа препаратов антипедиэль кажется нам, может быть, менее токсичной, но не кажется ли она нам менее эффективной? Это сторонники антипедиэль-1 терапии, конечно, тоже дают такие анализы. Давайте попробуем посмотреть на предикторы. Было бы чудесно, да, вот предиктор эффективности у нас, наверное, есть, да, ПДЛ-экспрессия, объем опухолевой нагрузки, поражение головного мозга, ну, какие-то такие очевидные. А вот предикторы токсичности у нас, конечно, страдает эта тема. Потому что, ну как вот в этом многообразии можно еще и, учитывая редкие осложнения, найти предикторы? На данный момент предикторов нет, которые мы могли бы использовать и рекомендовать в рутинной практике. Таким образом, что изучается? Генетический, клеточный и серологический и цитокины. Как возможные предикторы иммуно-опосредованных нежелательных явлений. Какие уже есть предпосылки к тому, что, может быть, через какое-то время к нам это придет в наши же клинические рекомендации? Ну, например, низкий уровень интерлейкина-6 ассоциирован с большей вероятностью развития иммуно-опосредованных нежелательных явлений, правда, на терапии ипилимумабом. Например, высокий уровень интерлейкина-17 коррелировал с частотой аутоиммунных осложнений третьей степени. Если мы посмотрим какие-то клеточные, да, вот, например, соотношение нейтрофилов к лимфоцитам, вот на терапии пембролизумаба, например, если это отношение больше, чем 3:1, риск развития ниже иммуно-опосредованных нежелательных явлений, может быть, можно и внедрить такие вот, ну, по крайней мере, простые, более-менее доступные маркеры, потому что если мы пойдем в генетические маркеры, о, это очень интересно, это очень большая вариантов генотипа, а шаля множество. Ну вот расскажу об одном, столкнулись, HLA-DR4 связан, например, с повышенным риском развития сахарного диабета первого типа. Много ли, коллеги, вы видели осложнений диабета первого типа? Ну, не то чтобы никак аутоиммунных гепатитов, признаемся честно. Дорого, потому что еще и пациенту сдать этот анализ. На самом деле он не входит, конечно, в стандарт. Довольно сложно. Но что интересно, у нас некоторые пациенты сдавали, потому что такая работа по поиску предикторов идет на кафедре онкологии в небольшом университете. И вот, например, пациенты сдавали еще до того, как у них развились осложнения. И вы знаете, у нас, вот, ну, из тех, кого я знаю, единственный пациент, который получил осложнение сахарный диабет первого типа, действительно, у него был генетический маркер HLA-DR4. Может быть, можно использовать профилактику? Тут чуть меньше каких-то интересных данных в плане того, что есть очень частная профилактика. Они вот тоже сейчас наско говорили. Ну, например, ну это просто редкость, да? У пациента исходно уже есть неспецифический язвенный колит. И он уже получает инфлексимаб. И для него это будет профилактика. Но, конечно, нам сильно в рутинной практике это не поможет. Анализировали, например, возможность гормональной профилактики. Но мы с вами понимаем, что здесь баланс пользы и противодействия, да, потому что как иммуносупрессор действует. Ну, например, достаточно давнее уже исследование, когда с ипилимумабом одной группе пациентов давали будесонид, а другой группе не давали. И они на самом деле показали, что они хотели профилактировать. Ну, довольно сложное, тяжелое, давайте согласимся, да, на ипилимумабе осложнение в виде колита. И они не получили никакой разницы между группами в зависимости от того, давали они, хотя это топический кортикостероид, в общем-то, логично, что можно было бы его добавить и посмотреть. Ну, вот у них такие данные. Возобновление иммунотерапии после тяжелых осложнений. Вот у нас есть один такой пример. Александра Валерьевна Дросова вела, очень мужественный доктор, потому что молодой мальчик, 23 года, рак носоглотки, уже получивший химиотерапию, и вот на момент обращения для лечения по поводу второй линии,
было принято решение назначить ниволумаб. И вы знаете, на самом деле первое лечение прошло гладко, второе лечение пациент, пришлось ему посетить реанимацию, но все-таки, несмотря на посещение реанимации, трактовалось как не анафилактическая реакция, а как закупорка трахеостомической трубки биологическими жидкостями. Ну, конечно, у пациента при этом на глазах развивается эффект, да, мы его видим. Но на третьем уже действительно пациент получил классический анафилактический шок. И вы знаете, смелость доктора привела к тому, что долго обсуждали пациента и решили попробовать в условиях реанимации сменить ниволумаб на пембролизумаб. И вы знаете, конкретно в этой ситуации, конечно, это по консилиуму врачебной комиссии. Конечно, это нельзя рекомендовать в рутинной практике ни в коем случае. Но пациент до настоящего момента, у него практически полный ответ, и он получает. Поэтому много уже, на самом деле, интересных данных о том, насколько безопасно возобновление хотя бы антипедиадин в монорежиме у пациентов с развившимися, например, на комбинированной иммунотерапии осложнением. Ну, давайте признаем, что, конечно, без сомнения, пациенты, которые прекратили по токсичности и в дальнейшем запрогрессировали, без сомнения, они имеют относительно высокую частоту повторного развития старых, может быть, и возникновения новых, да, по данным обзора. И поддержу Диларом Хамину, что на самом деле они, конечно, есть. Но было бы странно, да, если в анамнезе есть осложнение, и оно как-то вот совсем никаким образом не влияет. Есть, но оно переносилось. Эти пациенты находились под более бдительным контролем. Да, то есть, соответственно, сказать, что нет, если вы видите в анамнезе осложнение, ни в коем случае не подходите в эту сторону, наверное, такой мы совет не дадим. Да? Мы скажем, обсуждайте, потому что есть еще позиция активного наблюдения. Что, наверное, важно было бы для нас понять, не усугубим ли мы, потому что если мы готовы к нежелательным явлениям, готовы ли мы к летальному исходу. И вот один из тоже анализов, он говорит, что, в общем-то, частота летальных исходов остается примерно такой же, как и риск ее в целом, да, давая иммунотерапию. Поэтому, наверное, конечно, это решение серьезное, но оно абсолютно обсуждаемо. И на самом деле пациент, про которого говорил Диларом Хамидовым, имеет интересную историю продолжения, потому что действительно он имел от одного введения, это очень важно, очень ценно, такие пациенты, их не так много, он имел длительный, безрецидивный промежуток, промежуток без прогрессирования. И что получилось? Это, так скажем, на несколько центров лечащийся пациент. И когда он пришел к нам, мы также на несколько центров собрали консилиум, и было решение принято как раз возобновить в монорежиме. И, конечно, можно поздравить всех участвующих в принятии этого решения, потому что пациенты до настоящего момента, конечно, не без осложнений, не будем лукавить, но все-таки он получил свой эффект, и, в общем-то, у него, по-моему, практически полный ответ. Дифференциальная диагностика. Вот это интересная тоже тема. Конечно, мы возьмем все, опять же, повторюсь, да, книжки, где тут вот книжка, и будем пытаться провести диф-диагностику. Вот давайте попробуем. Наши рекомендации. Конечно, возьмем самый сложный вариант. В наше время сейчас ковид нам не помогает. И дифференцировать его от пульмонита, наверное, задача была раньше. У нас с пульмонитом были сложности. Это 19-й год, до ковида. Мы, когда видели изменения в легких, нам уже приходилось их дифференцировать между пульмонитом аутоиммунным, канцероматозом, как прогрессирование, и псевдопрогрессирование. Мы тогда уже пациентам должны были принять довольно непростое порой решение, потому что продолжая, если это случайная находка, мы можем усилить аутоиммунный пневмонит. С другой стороны, не продолжая, вдруг мы потеряем эффект, в общем-то, ради которого и работали. Что же происходит сейчас? Та же пациентка попадает в стационар с лихорадкой на КТ, интерстициальная инфильтрация, но ПЦР отрицательный, по крайней мере, до попадания в стационар. И вот вопрос. Это рецидив пневмонита, причем я покажу вам снимки. Вот так выглядел один из срезов. И вы знаете, вот это ее предыдущие снимки. А тогда мы знали, что это было псевдопрогрессирование. Можем ли мы думать о псевдопрогрессировании? С другой стороны, пациентка, она не очень тяжелого состояния была, но все-таки ей надо было помогать. И, конечно, в то сложное время было принято очень интересное тоже вот рассуждение, решение в пользу лечения ковида. И сейчас мы, конечно, понимаем, что мы можем назначить кортикостероиды. В тот момент, когда она попала, это был азитромицин с плаквенилом. Это было довольно серьезно. И мы тоже все-таки надеялись, что это если будет аутоиммунный пневмонит. В общем-то, на плаквенил мы надеялись по механизму действия,
что он тоже может каким-то образом нам помочь. И судьба пациентки интересна, и она, в общем-то, до сих пор находится без прогрессирования, купировав пульмонит. Кажется, что еще может нам повредить ковид? Наверное, с пневмонитами, с легкими, да, где еще? Нет, вы знаете, беспрецедентная акция, по крайней мере, вот в моей практике. Я думаю, что меня коллеги поддержат, потому что как вот может сказаться печеночная токсичность, и нам тут помешал ковид? Интересно, пациентка, очень просто. Пациентке дают одно комбинированное введение иммунотерапии, а потом она заболевает ковидом. А потом она приходит с токсичностью третьей степени. Давайте откроем наши рекомендации. И что интересно, это вот тоже для дискуссии. У нас немножко нету синхронности, и это нормально, что у нас у каждого свой взгляд. Но все-таки американские говорят просто приостановить на третьей степени. Наши российские говорят завершите окончательно. Нас поддерживают европейские рекомендации. Но вот, например, китайские говорят тоже остановите предварительно. С другой стороны, а почему мы решили, что токсичность печёночная не связана с тем же коронавирусом? И вот это тоже то, чего не было в нашей практике. Что нам нужно, наверное, может быть, еще посмотреть? Конечно, для того, чтобы вот это все привнести в реальную практику, нужно создать клинические рекомендации по управлению нежелательными явлениями, потому что на данный момент у нас есть рекомендации Российского общества клинической онкологии, но рекомендации Минздрава сию минуту. Они в работе, но их нет. И как их создать? Давайте создадим их. Вот, например, давайте посмотрим, насколько часто должен быть мониторинг. На момент начала лечения, на раннее выявление и потом еще мониторирование. Теперь давайте представим. Вот это просто столбик, не стало увеличивать то, что там написано, что нужно сделать пациенту перед тем, как начать лечение. И я, в общем-то, согласна с каждой буквой, без сомнения. Например, там написано тестостерон для мужчин. И я просто примерно представляю, как вот он сейчас в эту пору, через какое время он его сдаст. И даже вот банально, хорошо, забудем о тестостероне, допустим, мы вот сейчас диагноз надпочечниковой недостаточности. Я просто попросила пациента сдать кортизол. Я даже не настаивала на КТГ. Я вам могу сказать, это проблема. Если пациент не может его сделать платно, через 2,5 недели он запишется к эндокринологу, и, возможно, он одобрит кортизол. И когда мы обсуждаем рекомендации, возможно, помимо рекомендаций, это же правильные рекомендации, может быть, еще придется обсуждать, как же их выполнить, на местах, работая в том же Санкт-Петербурге, потому что я бы с удовольствием делала кортизол в нашем учреждении. Поэтому повышение осведомленности онкологов об алгоритмах, информирование смежных специалистов. Я вот слушала вебинар Галины Юрьевны, его модерировал, мне очень понравилось по нежелательным явлениям, когда выступали и онкологи, и профильные смежные специалисты. Это очень интересно было. Но вот что интересно, когда мы обучаем пациентов, причем публикация Великобритания, у них есть даже 20-круглосуточная горячая линия. Вы думаете, их пациенты, совсем, насколько они их старались информировать, вы думаете, кто-то позвонил? Практически нет. Они даже медсестре не рассказывают о жалобах. А это пациенты, в общем-то, ориентированы на свое здоровье. Поэтому, без сомнения, коммуникация между врачами, пациентами, решаемыми задачами, объяснениями, когда нужно предоставить информацию, когда нужно жаловаться. Понимаете, вот реальная клиническая практика. Буквально сейчас разговаривала с пациентом, он находится в клиническом исследовании, я говорю, что вас беспокоит? Ничего. Месяц, два, три. Я говорю, так, я уже думаю, надо как-то пытаться по-другому получить информацию. Я говорю, вы понимаете? Я говорю, мне не верят. Давайте думайте. Вы не поверите, что я таким вопросом получила в качестве ответа. У меня тут есть вот, выяснилось, что у него диарея чуть ли не второй степени. И он мне 3 месяца, имея телефон, имея возможность, разговаривая со мной, я его спросила, что происходит, почему? Я военный, как-то вот не надо. Как вот эту часть тоже, своевременное выявление, даже будь у нас те реактивы для определения и колоноскопия, которые будут делаться посредством, да что угодно, да, но каким образом это привнести? Вот, например, карточку предлагают создать, когда пациент будет знать, вот это есть, взял, позвонил, написал, сообщил. Не знаю, получится ли, у нас множество рекомендаций, которые сейчас есть. Спасибо, уже даже фирмы разрабатывают, есть для пациентов. Зайдите, посмотрите на сайт, есть препараты.
препарат, например, ниволумаб, ипилимумаб. Интересно, вот есть приложение у отезолизумаба. Оно вообще загружается, но это, конечно, для докторов посмотреть, там сразу степени можно, градацию, какой-то алгоритм тоже завести. Это прекрасно. Поэтому заключение, подводя итог вот актуальным вопросам управления нежелательных явлений, позвольте сказать, что, конечно, наверное, перспективы управления, снижения риска нежелательных явлений – это обучение пациентов, наверное, корректировка может быть более гибкая, реально, чтобы выполнялись для клинических рекомендаций эти коррективы, и это было возможно сделать. Оптимизация выбора иммунодепрессантов, могу сказать, что довольно часто сама сталкиваюсь с тем, что, наверное, надо уже поменять тактику, а почему-то веришь в то, что еще продолжится эффект. Включение пациентов высокого риска в клинические исследования нам бы очень помогло. Продолжение изучения иммунотерапии, персонализированный подход, использование современных технологий, обмен опытом врачей, в общем-то, то, чем мы занимаемся. Может быть, разработка препаратов, не знаю, Светлана Анатольевна, расскажете ли это. Может быть, просто надо менее токсичные препараты использовать, равные, эффективные, конечно. Спасибо большое.